с благодарностью и надеждой. Дорогие друзья, вот и подошел к концу этот трудный год. И если бы не те трудности, которые нам удалось преодолеть в этом году, мы бы никогда не узнали, как нас много. Возлюбленный Бабаджи говорил, что был только один Рама, только один Будда, только один Иисус, только один пророк Мухаммед, и они изменили мир. В наше время есть сотни людей по всему земному шару, которые приблизились в своем сознании к уровню сознания Христа. Противоположные силы пока имеют преимущество, но с нами Бог, поэтому мы победим. Я благодарю всех, кто в это непростое время продолжает сохранять свое сознание на высоком уровне и создает видео, поддерживает сайты Sirius на 22 языках, издает и распространяет книги учения на 10 языках, оказывает финансовую поддержку, трудится в соцсетях и несет правильные образцы на своих рабочих местах и в своих семьях, проводя божественную энергию в этот мир. Пожалуйста, продолжайте. Храните в своих сердцах любовь, веру, преданность и надежду. Мы вместе способны совершить революцию в сознании и открыть божественный путь миру. Желаю всем крепости духа, ибо сила духа поддерживает этот мир и управляет миром. С наступающим Новым годом! Благодарностью и надеждой. Татьяна Микушина.